мир сейчас, он стал токсичный. Вот. И если мы в нем... И особенно этой пандемии вообще все просто с ума посходили. И мне кажется, что это вообще сейчас самое главное. Просто для того, чтобы как бы взять себя в руки и начать... быть эффективным, продуктивным в отношении, в работе, в действиях и так далее. Мы должны понять, как это работает. Вот. Поэтому обучение с практикой, не просто знание. Да? Я могу быть самый умный, но если я ничего не сделал, вот я психотерапевт, знаете, я каждое упражнение, которое придумал в свое время или использовал из других психотерапевтических направлений, я каждый из них проходил на себе. Я не могу рассказать другому человеку, как делать что-то, принимать какую-то психотерапевтическую технику использовать, если я сам этого не делал. Вот, поэтому и это абсолютное правило. Если вы хотите начать управлять собственным мозгом, вот, то вы должны пройти весь набор практики по работе с ним.